Всем привет! 9 апреля, вербное воскресенье. Делать ничего нельзя, отдыхаем. На улице плюс 17, но завтра уже будет похолодание. Тюльпанчики. И уже будет не так весело. Ну, хотя плюс 14, плюс 13. Нормально. Все расцветает у нас. Пионы лезут. Не просто лезут, а уже цвет набрали. Вот так вот. А я решила снять видео. Вон Саша открывает калитку, меня встречает. Позвонил Саша, сосед. Говорит, приходи, посмотри масштабы бедствия. Я думаю, что там такое за бедствие? Ну, пока будем идти, рассказываю. Коляся, коляся. Думала, петух мой не очухается. Болел, болел. Очухался, красавчик. Ну, короче. У Саши, когда заезжаешь во двор, виноградная арка. И на ней переплелся виноград сильно-сильно. Он его ни разу не обрезал, а в этом году решил обрезать. Эта груша собирается цвести. Ох, колясечка мой орёт. Короче, обрезал виноград, жестко обрезал. Потом пришел еще друг его, еще жестче обрезал. И в итоге оголил эту арку. Ну и Саша решил ее подреставрировать. Там проволока висела, там что-то такое. И сейчас, говорит, стал ее проволоку снимать. Ой, какая земля мягкая. Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой. Набрала полные черевички. А, Саша огород спахал опять. Раз в месяц огород пашет. Ой, прямо пух. Пух, какая земля. Короче, идем смотреть масштаб трагедии. Он еще с таким позвонил, говорит, Галя, у меня тут такое случилось. Я говорю, что такое? Это, говорит, ужас. Я уже думала, господи, там на голову что-то упало или что? Привет. Слушай, ты опять спахал огород, я чуть по колено не утонула. Да, вообще, я говорю, раз в месяц пашешь его. Короче, Ай, боже мой. Виноград обрезан в ноль. А где арка? Все. А где она? Вон она. А, вот она, арка лежит. Она, видишь, как была вставлена. Просто я ее взял, она вся болталась. Вон дырка осталась от старой арки. Это ты уже новую выкопал? А что, ты будешь старые эти вставлять? Ну да, только переделаю маленько по-другому и буду вставлять, конечно. А вот что осталось от винограда. Прошлое видео было. Ну, это называется омоложение. Я, конечно, бы оставила бы побольше, но пришел специалист и решил, что это будет выглядеть так. Да. Так. Раз. Хотя всего четыре куста. Вот, да, все, пятый. Кто ругается? Короче, снимаю. В общем, все плохо. Прямо. Все, что не происходит, все к лучшему. Я думал, сейчас поправлю быстренько, и все, сегодня все закончится. Зато я думала, она тебе тут на голову упала. Зато теперь ни на голову не упадет, ни на машину, ни на чью. Без арки все. Слушай, простор такой сразу. Жуть, жуть. Ничего не жуть, нормально. Это у тебя резалка? Ну, это резать ставь, металл? Рабочий, это сам верстачок небольшой. Раз, два. Четыре столба с этой стороны. Четыре с этой. Ну, оно и было четыре с этой, то есть я чисто маленько сдвинул чуть-чуть. Ее расширил. Ну, сделаешь сразу по уму, и будет красота. Ну, теперь-то, да, уже вариантов нету. Схожу на соседний участок.
сниму, какая красота у местных, в отличие. Ну, у Саши-то вообще цветов нет, а у меня мало. А вообще вот почти на каждом участке вот такая красота весной. Сейчас еще тюльпаны полезут, потом ландыши, потом пионы. Вот здесь вот все, вижу даже пионы. И все лето будет благоухать красота. Вон под трехлитровыми банками вижу кустики клубники. Короче, везде цветы. И с той стороны такой же огород. Подстриженная трава. У тебя европейский участок. Не крымский. Ну вот, запоминайте, как сейчас все выглядит. Следующая съемка будет с новой аркой. Покрасишь, да? Ну да, я вон сейчас все это гнилье подочищал. Вон, видишь, все трубы, что в земле были, все подочищал. Маленько переделаю, я толстый пущу на стойке, а эти тонкие сварю и сделаю перемычки. То есть четыре сверху были толстые трубы, толстые, очень тяжелые. Я их пущу на стойке. А эти тоненькие удлиню и сделаю перемычки. Ну, короче, буду играться еще. Слушай, а я сейчас подумала, а вот эти стойки толстые сделать, а трубы, может, сделать пластиковые такие для теплиц продают. Я понял, что ты говоришь. Слабенькие. Имеешь в виду, конечно. Они рассыпятся, да? Нет, они не рассыпятся, просто там спаивать тогда надо. Вот, то есть это будет... Ну, в принципе, можно подумать, но тогда паять надо их там. Тогда оно будет держаться. Вот то, что ты, как ты говоришь, это можно сделать. Чтобы такой легкий был вариант. Можно, он будет легенький. Можно и так сделать. И красить не надо будет каждый год. Ну, они белые будут, конечно. Слушай, да, как вариант можно придумать. То есть стойки забетонировать металлические. И такую сделать. А эту сделать, дугу. Да. И для этого не нужны будут высокие стойки, а можно пониже их сделать. Ну, как бы, что вот... Ну, я понял тебя. Они же продаются всякие разные. Они четырехметровые у них максимум длина. Что, шестиметровых нет? Нету, 4 метра. У полипропилена я имею в виду. Да. Но. Ну, которые вот такие. Полипропиленовые. Ага. Но их же можно белые. Как бы удлинить, спаять. Можно. Володя, не к тебе идет. Не знаю. Нет, мимо. Ага. Собаки затихли. Ага. Ничего не принесла. Можно.